Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Ну что, у меня коротенький выходной, поэтому давай снимать видосик. Так, ну что, награды получили. Здесь тоже забираем награду и поехали дальше по сценарию. То есть проходим одну серию испытаний. Давай, наверное, вот здесь вот пробежимся по-быренькому. Так, Донателло, да, ладно, пускай будет Донателло. И возьму, наверное, сюда еще Ваньку. Вот такой командой попробуем забомбить их. Причем без потерь. Так, Шархан стоит. Шархана надо сразу наказывать, по идее. Ну-ка, давай тройным укусом. Может быть, он сразу отдуплится. Блин, я же хотел Шархана. Так, ладно. Не упал. Тих-тих-тих, порубил Леонардо, да? На тебе в ответку. Донни, молодец. Ну, а здесь у нас кто? Острозуб и, я смотрю, здесь Бибоп. Давай-ка я, наверное, брошу гранату. А постепенный урон не повесили. Да ладно, что так кисло-то? Ну-ка, Лео, жги вертушкой. Прекрасно. Так, Бибоп выделывается. Тут еще этот дрон, который делал отхил. Попробуем завалить его. Отлично. И сделаем, наверное, вот так вот. У него, кстати, двойная атака, поэтому надо быстренько с ним разобраться. Вот, в принципе, и все. Мы прошли эту серию испытаний. Забираем награду и бежим, наверное, на прокачку нашего крысиного короля, я так понимаю. 10 боев, 3 боя. Где у нас крысиный король? Вот он. Навыки. Ну что же, нам нужно найти два видеомагнитофона. Давай-ка быстренько с тобой. Раз. И второй, второй, вот второй. И тут нам еще надо будет 12 кружек. Поехали. Одна есть. Так, там комиксы нам выпали. Здесь просто мутаген. Это только лишь вторая. Третье. Четвертое. Так, у нас сыра-то хоть пиццы хватит там. Так, это какая уже, пятая или шестая? Так, допустим, седьмая. Восьмая. Давай, 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 давай. Девятая. Десятая. Значит, еще две нужно. Одиннадцатая и, предположим, двенадцатая. Если я, конечно, не сбился со счету. А я сбился. Все, ребят. Ну что, прокачиваем до пятой ступени. Подземный житель. Это крысиный король призывает темные порождения подземелий. Защита в бою усиливается на 20%. Ну, неплохо. Неплохо, друзья мои. Ну что, остается всего лишь прокачать до шестого уровня подземный житель. И мы с тобой будем переключаться уже на Кренга. Да-да, именно на Кренга, ребята. Ну что, забираем здесь награду. И поднять уровень персонажа. Если посмотреть на Макмана, то нам нужно 29600, а у нас 15780. То есть буквально еще не хватает 14000 мутагена. Окей, окей. Так, ребят, ну что, давай посмотрим, что у нас там по испытаниям. Учитель Сплинтер, ну, насколько я помню, здесь нам ничего не нужно. Если только платиновое попробовать пройти. Ёк-макарёк. А ну-ка, погнали. Мне интересно посмотреть на это все. Три волны. Давай-ка бросай бомбочку. Слабо-то как-то, очень слабо. Так, стрелозада валим. Ну, тут, сам понимаешь, 70 уровень, пока на изи пройдем. Так, черепашки фильм. Я сделаю, наверное, баф усиленный. Так, Рафаэль упадет? Нет, не упал. Тогда вот так сделаем. Хлоп, и готово, ребята. Так, а здесь у нас черепашки. Сделаем смертельную волну. Это для начала им. И базука. Базука от Ваньки Стиранка, естественно, всех подбивает. Ну что же, первый заход довольно простой и причем удачный был.
Так что двигаемся дальше. Здесь уже, наверное, будет... Да, тут 80-й, и я так понимаю, на последней волне будет, скорее всего, 90-й уровень противников. Вырубишь? Эх, зэк, не вырубил. Ладно, стрелозадов мы так забомбим, в принципе, даже без массовых атак. Надо будет единственное, что сделать, это подключить хил от нашего супер-шреддера. И тогда все будет ништяк. Так, а здесь уже черепашки у нас ролевики. Бросим бомбочку под ноги. Дай-ка я, наверное, все-таки врублю хил. Можно было бы, конечно, сейчас массовую атаку провести. Но я перестраховался. Так, волна. Тут главное, чтобы Донни не успел пикнуть. Иначе он всех захиляет. И переходим на последнюю волну. Здесь у нас черепашки видения. Сделаем дуб защиту, чтобы нас не разобрали здесь ненароком. Так, глушим Лео. И шипы от супер-шреддера. Так, постепенно на многих повисло, поэтому можно здесь вот так сделать. Ну, Раф не хочет падать. Ладно, поможем тогда ему. Все, ребята, здесь тоже мы прошли довольно легко. И переходим на третий поединок. Это заключительный у нас будет. Где, скорее всего, уже 90-й левел, да? Да, я был прав, 90-й уровень противников. Опять же, здесь Зэк в зоне риска. Так же, как и Крис Брэдфорд. Потому что они у меня 80-го, как ты видишь, уровня. Поэтому за ними нужно, блин, глаз да глаз. О-о-о, тут еще и контратака, ё-моё. Вот это же надо было так сглупить-то. Твою налево. Ну что, я попробую, наверное, ребят, если успею, конечно, отхилять нашего Зэка. Я не успел. Почему-то я не посмотрел, что там была контратака. Хорошо, я переиграю сейчас этот этап. Жалко, мне здесь нельзя прямо во время боя как-то выйти, сдаться или еще что-нибудь. Да. А хотя, подожди, а зачем я буду переигрывать? Мне же нужно всего лишь награду взять. Я же здесь не собираюсь фармить. Точно, я что-то, ребят, немножко сглупил. Нам не обязательно, чтобы у нас Зэк был здесь живой. Мы просто с тобой пройдем это событие и все. Да не понял, Ярфель, что ты выделываешься здесь, а? Ну что, третья волна, там черепашки оригиналы. Ага. Доп защиту сразу вешаем. И поехали потихоньку. Вот тена. Что за фокус сейчас такой был, я что-то не понял. Шреддер, ты совсем что ли? Так, Леонардо, естественно, берет провокацию сразу же. Смотри, смотри, что творят, а? На тебе. Так, я попробую сейчас, наверное, Лео. Даже ничего ему не сделать, прикинь. А если так? Ага, ага, сразу минус двоечка. Сейчас, сейчас, сейчас. Лео, допрыгаешься ты здесь у нас. Ну, естественно. Отложенная смерть. А снимает с себя все негативы, которых у него, правда, и не было. Лео упал. Бросаем гранату. Хотя бы сбить броню, чтобы. Так, и дальше разбирается Шреддер. Плюс Крис. Опять же Шреддер. И сейчас будет, скорее всего, добивка у нас. Бакстер? Да, Бакстер. Да что ты? Да, ну, ребят, здесь, конечно, можно было бы на самом деле спасти Зэка. Не то, что даже спасти, а отыграть им. Если бы я, конечно, не тупанул, не бросил бомбочку им под ноги, когда у троих стоял контратака. Конечно, было глупо. Так, ну что, а остальной сыр мы с тобой тратим на фарм. Вау, с первой попытки, друзья мои. Кожи головы, 3 ДНК. Так, теперь бы мне... Жетончиков бы. Дадите мне, нет? Нет, не дают. К сожалению. Ну что, остается арена. Так, ребят, я
перед серией вот это вот прошел все, чтобы телепортов себе заработать. Поехали. Где мы находимся? Лига мастеров, 16 ранг. У нас всего лишь 2 дня, чтобы обратно вернуться на свое законное место. Законное место — это наш трон первого места. Так, ну что, я возьму, наверное, Супер Шреддера. А, какой? Тут он не один должен быть. Супер Шреддер плюс... плюс Макман. Макмана нужно докачать, друзья мои, до соточки. А то как-то ни туда, ни сюда, да? 96 уровень просто глаза мозолит. Ну что, давай потихонечку приступать. Как всегда, ходит Супер Шреддер. Следом, я надеюсь, все-таки пойдет... да, следом идет у нас Макман. Слушай, действительно, как добивающий, он очень даже неплох своим вот этим вот мусорным ураганом бомбит практически всех. Так, и куда мы переходим? Или переходим ли вообще? Это что сейчас было? Ребята, а что такое? Я даже не помню. Я даже не сдвинулся с места. Ты понимаешь, я даже не сдвинулся с места. Просто мне показали, и все. Замечательно, просто замечательно. То есть я даже не получил ни одной ступеньки, не перепрыгнул. Да, что я могу сказать по этому поводу. Молодец, игра. Продолжай в том же духе. Ну-ка. Замечательно. Просто великолепно. Они оба с постепенным уроном находятся, поэтому... естественно, даже если Ванька бы промахнулся, что маловероятно, все равно бы они отдуплились. Ну что, мы переходим, надеюсь. Что такое, я не могу понять. Ребят. Я на 16 месте. Че, хотите сказать, одну ступеньку только прошел? Че не так-то? Такое ощущение, что я играю просто в пустоту. Так, запомнили, мы с тобой были на 16 месте. Сейчас мы проверим, что за дела-то, я не врубился. Вообще просто меня не передвигают. Таким макаром мы с тобой, пожалуй, доберемся сегодня до топчика, конечно. Окей, ну что, Лео, жги. Твой звездный час. Да, ребята, он подбил, и мы смотрим. Значит, была 16 позиция. Эй! Сработало, ёк-макарёк, ребята, сработало! И мы только перешли с тобой в мастер 2 звезды. Прикинь, 3 поединка просто в никуда у нас улетело. Ну как так может быть, а? Зашибись. 3 боя, что мы сыграли, они просто нам их не посчитали. Вот такие вот пироги бывают. Да. А ты представляешь, если они отключат Google Play? Мы тогда, друзья, с вами вообще не сможем играть в мобильные игры. Не только я, но и вообще все. А слушок ходит, что вроде такое будет. Понимаешь? Ну, благо у меня есть второй канал, на котором я снимаю не только, как говорится, Android игры, но и ПК игры. Так что я себе... развлечения и занятия всегда найду. Так, 87-я позиция, друзья мои. 87-я. Блин, ну конечно обидно, что нам не засчитали предыдущие бои. Как бы на самом деле это несправедливо. Так, Майки, подожди, пока не лезь. Я попробую сейчас справиться вот такой командой. То есть я думал, сейчас мы с тобой все-таки рванем, бустанем немножко, да, и попадем на топовое место в Лигу Мастеров 3 звезды. Но, судя по всему, нам этого не дадут. И с чем это было связано? И, кстати, ребята, опять не могу зайти в юрский мир. Все время выдает ошибку с интернетом. Соединение плохое. Не знаю, то заходит, то не заходит. В чем причина? Без понятия. Просто без понятия. Такс, ну что, давай, наверное, сделаем так вот. На iPad тоже не могу, ребята, играть игры. Подписка закончилась, а продлить я ее не могу. Поэтому фиг знает, что делать.
Как мы будем выкручиваться? Так, здесь суточки, суточки. Ну, давай, наверное, вот так еще возьму двоих. В принципе, с этими сейчас разберемся. Тут Донателло, Усаги и Супер Шреддер у нас. Ага. Усаги красавчик. Супер Шреддер, добивай их. Как говорится, без проблем на изи. Смотрим, что дальше. На какую позицию мы вообще перемещаемся сейчас? 65-я. Что-то очень-очень, ребята, медленно двигаемся. 65-я позиция всего лишь. Откатов у меня всего лишь 12 штук осталось. Ага. Сижу и думаю, далеко ли мы так уйдем? Перейдем ли мы вообще с тобой в лигу мастеров 3 звезды? Нет, перейти, скорее всего, сможем, но вот получить первое место, вот это вряд ли уже. Молодец, Шреддер, красавчик. Просто с одного этого вынес всех. С одного удара шипами. Так, смотрим, с 65-го мы переходим на 54-е. Ну, грубо говоря, 10 ступенек, 10-11, да? Мы пролетаем. Но это еще терпимо. Единственное, что откатов вот маловато. Но я буду тогда отыгрывать вот таких вот персонажей. То есть одного супершердера берем, а потом, естественно, придется их по два отката тратить, чтобы брать двоих супершредера, например, и Армагона. И драться уже. Погнали. Так, постепенночка висит на всех, кроме Дони. Ты сейчас вот специально так сделал, а? Рокзар, вот ты меня вот бесишь этим. Твою налево, в кого? В майке, да? Это еще тут с ножами. Ох, друзья мои, наехали вы зря. Все. Майки отомстил последнему этому кабану. Он чеком ему по лицу дал все-таки. Ну что, смотрим. Давай, 44-ю. Дал 45-ю. Ну ладно, ладно, хорошо. Стоп, машина. Не надо мне никаких майки здесь. Ну давай вот это вот возьмем. Значит, Супер Шреддер. И, как я уже говорил, будем брать Армагона. Это получается всего лишь на 4 поединка. Но этого нам хватит только лишь, чтобы добраться до Лиги Мастеров 3 звезды. Но, в принципе, у нас есть 600 баксов. Мы можем взять, например, 20 откатов. Как тебе такая идея? Я думаю, что в субботу можно провернуть такой финт. Не жалко. Так, тихо-тихо, Карайк, ты что делаешь? Воу-воу, тихонечко, ты что? Забыл, ребят, конечно, у него инициатива-то будет крутая. Так, Сплинтер тут еще. Попробуем, блин, у него же контратака. Эй! Твою налево, ребята. Вот так вот. Я в шоке. А почему Армагон-то не... Да хорош ты, ё-моё, чё они такие медленные? Я не могу врубиться, блин. Ты сейчас серьезно вот это вот? Ё-моё, одного продинамили, это хан. Я на самом деле думал, что они смогут разрулить. А вышло-то нет, совсем не так, ребята. Давай-ка я, наверное, прикуплю, пока не поздно. Вот этого должно нам хватить. Сколько у нас? 28 откатов. Должно хватить, друзья, ну, чтобы получить топовое место. Так, давай, Супер Шреддер. Не надо мне Армагона, я возьму лучше, наверное, Леонардо. Так, и поехали. Тут уже, наверное, может, даже всех сможем отыграть. Против нас 78 уровень. Но тут желательно бы, конечно, наказать в первую очередь Шреддера. Чтобы он упал. Но он не упал. Для чего это нужно? Чтобы он не успел захилять обратно всю свою команду. Я, конечно, понимаю, что здесь маловероятно ему так сделать.
Но предыдущий поединок показал, что сплинтер не упал. Из-за этого у нас был фейл. 26 место. Мне иногда кажется, что они специально вот так вот оттягивают, друзья. Сама вот игра начинает как вот растягивать вот эти все победы, потому что вроде бы в режиме в том же самом играем, а продвижение идет медленнее. Не знаю, в чем здесь суть, в чем загвоздка, но вот такое чувствуется и видится. Поехали. Так, запускаем шипы. Постепенно урон абсолютно на всех упал, поэтому Лео, я думаю, без проблем их добьет. Вот так и приходится, когда уже, как говорится, ближе к финалу. Нет времени на какие-то там равноправные бои. Мы просто с тобой берем топовых бойцов и начинаем их кромсать. 8 ступенек пролетели. Но я вот тебе и говорю, что вначале 10-11 пролетали, а теперь 8, 7. А два первых поединка вообще, как ты видел, или сколько там, 3 первых поединка, мы вообще не получили ни одной ступеньки в продвижении. Это разве справедливо? Это разве нормально? Конечно же нет, ребят. Так, и не забывайте, что здесь майки. Поэтому нам, наверное, лучше сделать вот так. Вдруг он все-таки не упадет. И ты прекрасно знаешь, что это будет. Это будет либо хил. Скорее всего, это будет уклонение. И фиг ты по нему попадешь. Вот это хорошо, когда Шреддер вешает постепенно урон на майке или там еще на кого-нибудь. Когда у них мало здоровья. Это очень круто. Потому что это 100% гарантированно, что они упадут. Так, ну что, с 20-й позиции на какую? На 10-ю? О, на 6-ю. На 6-ю. Флавио. Какой-то Флавио у нас тут появился. Вот так казалось вначале, да? Откатов много. Уже 20-ка осталось, друзья мои. Уже 20 откатов, то есть это 10 поединков. О-ля-ля, да. Ну, здесь-то мы разберемся с полтыка. Погнали. Шипы, постепенный урон абсолютно на всех. И Армагон добивает их валуном. Топово. Ну что, переходим с тобой на Лигу Мастеров 3 звезды. Ну, по идее, должны. Угу. 91-я позиция. Так, ну что, я не знаю, ребят, хватит ли нам 10 поединков. Я, честно говоря, сомневаюсь. А выбора как бы у нас особого и нету. Мы сейчас примерно будем подсчитывать. У нас сейчас была 91-я позиция. Ну давай округлим, 90-я позиция, да? Если мы сейчас с тобой переходим на 80-ю после этого поединка, то делаем средний расчет, что 10 ступенек за поединок. Значит, нам получится надо будет 8 боев. 8 боев при условии, что мы будем получать по 10 ступенек в проходке. То есть тогда нам хватит, еще даже останется 2 отката. Но здесь, видишь, всякие форс-мажоры бывают. Сейчас посмотрим. Да, ребят, пока идет все хорошо, идет все по плану. Если мы еще будем с тобой с запасиком вот так вот брать по одной ступеньке свыше того, чем я рассчитывал, то есть вместо 10, например, 11, то это только нам в плюс. Только в плюс, и причем нам хватит и персонажей, и откатов, и мы подтвердим свое название лучших в черепашках. Ну что, поехали. Замечательно. Замечательно. Я смотрю, этот Шреддер у нас в кураж впал. Начинает бомбить. Жестко. Жестит. Ну что, давай-ка посмотрим, куда мы сейчас переместимся. 79 на 66-ю. То есть после этого поединка мы, возможно, даже перейдем на платишок. Возможно. А где платишок, там уже, ребята, и сороковка. Где сороковка, там тридцатка. И так потихоньку-потихоньку мы сами не успеем оглянуться, как уже будем на первом месте. Ну, главное, опять же, ребят, не то чтобы не сфейлиться, главное, чтобы игра нам не подпортила всю нашу, как говорится, репутацию, да, всю нашу игру. Она может так сделать. Какой-то алгоритм у нее там не просчитывается, и все.
просто либо по минималке, либо вообще может не сдвинуться. Смотрим. 66-я была, становится 55-я. Друзья мои, скорее всего, да. Скорее всего, мы отобьем сегодня наше топовое место. Потому что в прошлой серии, которая была 3 дня назад, мы с тобой сидели на троне на этом. Уже. Потом 2 дня работал я, да. Соответственно, меня сбросили. И вот теперь на выходном своим коротеньком мы восстанавливаем нашу справедливость. Окей. Так, давай-ка валунчиком теперь. Замечательно. Так, я уже думал, что сейчас игра вылетит. Правда, в черепашках я что-то такого не помню, чтобы она влетала. Но фиг его знает. Так, друзья мои, 43-я позиция. Слушай, ну это же круто. 43-я позиция, нам остается сколько? Так, на 6 поединков у нас еще хватит. Да, нам хватит еще на 6 поединков. Окей, раз, два, три. А бойцов? Бойцов уже сомневаюсь. Ну ладно, давай. Так, Армагон плюс Супер Шреддер. Хан упадет сейчас, да, ведь? Естественно, и Бибоп упал. И Армагуша их добивает. Надо будет сегодня, кстати, еще попробовать зайти. Вдруг опять косяки будут с драконами всадники Улуха. Если я не могу войти в юрский мир, то обычно и туда тоже не могу войти. Так, ну что, 31 позиция. Опять, ребят, вот сейчас вот намного хуже. Нас продвинули. Очень слабенько нас как-то продвинули здесь. Раз, два, три. 31 позиция. То есть, грубо говоря, 3 поединка. Но я думаю, что у нас получится. У нас должно все получиться. Итак. Меня больше даже интересует сейчас не сам поединок, а как мы будем продвигаться. С 31 на 20-ку давай. 20-ку. Воу, воу, 18. 18-я позиция, друзья мои. Ну что? По-моему, сейчас через поединок другой мы сделаем жирную точку в сегодняшней серии. То есть, ну, не зря, получается, мы повоевали. Еще не забывай, что 3 ДНК на Кожеголового сегодня получили. Надо будет, кстати, глянуть, сколько там еще нужно ДНК, чтобы его проапать. Тыдыч. Так, давайте мне 7-ю или 8-ю позицию, и все, я буду вам очень благодарен. Ну-ка. Оу, даже 6-ю. Ты понял? Начало такое было хмурое и скучное, да? Потому что нас вообще не продвигали. Я уже думал, все, ребят, игра глюканула или еще что-нибудь в этом роде. Думал, мы будем с тобой поединки просто так драться. Но нет. Игра потом раскочегарилась, и все пошло как надо. Окей. И давай добивку делать. Все, друзья. Думаю, что сейчас мы с тобой займем наше первое место. А ну-ка. Ну а как по-другому, ребят? Ну а как по-другому? Конечно же никак. 41 тысячу мы с тобой набили. Армагон, иди сюда. Вот такие вот пироги. Так, еще. Еще 3 уровня, ребят. 3 уровня, и он будет у нас топчиком. Так, у нас есть еще пицца. Немножко, да, осталось. Поэтому давай-ка мы, наверное, докачаем. Точнее, не докачаем, а найдем недостающие нам элементы. Так, 6 геймпадов. Поехали. Так, выпадает джойстик. Мутаген. Опять джойстик. А геймпада не будет сегодня, да? Опять джойстик. Эй-эй-эй. Так.
выпал геймпад один только лишь. В основном выпадают джойстики. А что? А, геймпад у нас в золотой обрамке, поэтому, ребята, вот такая вот штука и получается. Окей. Так, здесь нет. Сколько там? Все, ребят, пиццы больше, к сожалению, нету. Так, а сегодня у нас что? Сегодня у нас суббота, да? Воскресенье. Так, а в понедельник я буду с ночи. Ну, то есть, если у меня будут силы, естественно, ребята, мы бустанемся. Попробуем. Я имею в виду про понедельник. Так, ну что, а на этой ноте, пожалуй-ка, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.